Bizim balacağımız, kızımız, ha? Так, ну давай. Здравствуй. Здравствуй. Ага, как тебя зовут? Молодец, Севда. А твоя фамилия Севда? Моя. Молодец, умничка, Севда. Сколько тебе лет, Севда? А где ты живешь? Хорошо, ты живешь в Сумгаите, правильно? Так, давай, ну-ка посмотрим, что это такое мы с тобой прошли. Вот это что такое? Как она называется? Радуга, так, хорошо. Давай, стихотворение про радугу знаешь? Давай, ну. Стихотворение. Стою и... Хорошо, ну-ка давай с тобой цвета скажем. Это какой цвет? Какой цвет? Красный, молодец. А это какой цвет? Желтый, правильно. А это какой цвет? Синий. А это какой цвет? Зеленый, умничка, правильно. Это у нас зеленый цвет, да? Теперь я тебе показываю, что это такое у нас? Что это у нас? Мяч, правильно, правильно. А это что мы здесь с тобой нарисовали? Яблоко. Какого цвета яблоко мы с тобой нарисовали? Красного яблока, правильно. А теперь скажу, мен алмайстирем, не где ты ядешься? Не, это мен северем алманым, ама истирем. Не, яха. Вот так вот должна сказать, правильно. А про яблоко давай наше стихотворение, скажи про яблоко. Яблоки са. Молодец, умничка, щедро угощай, да? Хорошо. Это что такое у нас? Это что? Это что у нас? Ди. Вот, говори, дерево, правильно. Какое это у нас дерево? Какое у нас дерево? Молодец, умничка, большое зеленое дерево, правильно? Так, дальше. Так, это большое зеленое дерево. Давай теперь дальше пройдем с тобой. Что еще мы с тобой прошли? Вот у нас большое зеленое дерево мы прошли, правильно? Так, это... А, что это такое у тебя? Нет, что это? Елка, вот говори, да? Елка. Когда у нас бывает елка? На Новый год, правильно? Расскажи мне свое стихотворение про Новый год. Ну? У всех Новый год, и у нас Новый год. Ага. Нас елки зеленые, хоровод, хоровод. Писёр Дед Мороз, нам писёр Дед Мороз. Он и грузик, и хлопчик, и конфет нам принес. Добрый у нас, весы у нас. Возле. Возле елки зеленые, сам пасёр с нами запряс. Молодец, умничка. Сам пошел с нами в пляс. Правильно. Ой, ну-ка давай посмотрим, что это у нас такое. Так, это что у нас такое? Большой красный яблоко. А это? Маленький красный яблоко. Хорошо, это? Большой зеленый дерево. А это? Маленький зеленый дерево. Маленькое зеленое дерево, правильно? А это что такое, говори? Маленькие карандаш. Маленькая карандаш, нельзя говорить. Маленький карандаш. Маленький карандаш. А это какой карандаш? Большой карандаш. Хорошо, а это что такое? Большой кустарник. Не кустарник, это квадрат.
Большой квадрат. Хорошо, а это какой? Маленький квадрат. Молодец, умничка. Квадрат, слово очень хорошо говоришь. А, что мы с тобой проходили? Что мы прошли с тобой? Это сказка «Курочка Ряба», да? Можешь рассказать сказку «Курочка Ряба»? Давай. Пири-пири, это папа. Угу. Куна у ней курочка ряба. Ага. Бир-бир-бир. Ага. Папа, бера-бера, не разбера. Ага. Мышка бежала, хвостиком махнула. Яичко. Яичко. Упала. Упала и разбилось. Ага. Угу. Дед плачет, баба плачет. Ага. Дед и баба плачут. Угу. А курочка кудахчит. Угу. Не плачь. Не плачь дед, не плачь папа. Угу. Я снес вам яичко. Яичко. Другое. Угу. Не золотое, а простое. Молодец, умничка. Теперь картиночки давай поставь. Ну-ка, про нашу сказку. Давай. Буна де мехтичи. Буна де мехтичи, да. Яни дельчи. Папа, на-на-на. Папа, это бельчи кызы юмурта юмуртих. Тоёх. Сора бахырлачи. Сычан арыфта. Угу. Сора... Sonra dilçi tuyuk dilçi dilçi. Ben gene de sizin için çoklu yumurta yumurtayabilirim. Ama benim yumurtadığım yumurta kızıp deriydi. Sade. Простое, да, молодец, простой. Будет простое. Кызыл нече олачак рус тилинде? Чей? Севда? А? Севда? Кызыл как будет по-русски? Зала? Севда? Кызыл золотое. Ага, так, хорошо. Ага, пищи как будет по-русски? Кошка, вот так кошка. Вот. Что делает кошка? Что делает кошка, Севда? Стоит. Да, и стоит. Нет, кошка стоит, скажи. Кошка стоит. Молодец, умничка. А потом еще кто там есть? Кошка есть, еще кто есть? Говори. Кошка кто есть? Это? Угу. Кошка есть. Так, дальше. А это что такое у тебя на руках? Покажи. Угу. Кошка есть. Потом. Потом. Угу. Кто есть еще? Вот это кто? Собака. Собака, правильно. А это кто? Бабушка. Бабушка, говори правильно. А это кто? А это дедушка, правильно. У тебя бабушка есть, Севда? Есть. А дедушка есть у тебя? Есть. Молодец, умничка. Теперь, Севда, Севда, смотри на меня. Молодец, умничка. Теперь скажи до свидания, Севда. До свидания. До свидания. Молодец, умница.